Игорь Викторович, кубок завершен, проделана большая работа. Ваши ощущения? Ну, ощущение действительно, что проделана большая работа, с учетом того, что в достаточно сжатые сроки нам пришлось поменять место проведения. Я, честно говоря, в большинстве своем всем доволен, за исключением вот поля на финальном матче. К сожалению, так сложились погодные условия, и не удалось нам поменять место проведения финального матча, но я думаю, что все клубы довольны проведением. Те задачи, которые между перед собой ставили, они достигнуты. И надеюсь, что в будущем в очередной раз этот кубок доказал, что он проводится не зря. И надеюсь на будущем, что мы будем проводить его каждый год. Все лучше, лучше, лучше. Ну вот по сравнению, наверное, если сравнить первый кубок ФНЛ, когда играли на тренировочных полях, и нынешний на стадионе, зрители, ажиотаж, заметен прогресс? Ну, я надеюсь, что да. Я надеюсь, что это не только мы замечаем, но и участники кубка. Ну и команды отмечают хорошую организацию турнира, интересные матчи. Вы согласны с этим? Да, в большинстве своем да, конечно. Я считаю, что, во-первых, отношение самих клубов к этому турниру изменилось, и состав участников достаточно в этом году был такой неординарный. Но при этом мне приятно слышать положительные отзывы. Здесь от руководства всех клубов практически было. И я считаю, что так как этот турнир существует для команд, поэтому здесь лукавить никто не будет. Там, тем более, что мы все сами все видели, что этот турнир нужен, что он должен продолжаться. И надеюсь, что так и будет. Спасибо.